государя-царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, воеводе Афанасию Петровичу, сын боярский Митька Фирсов, челом бьет. И в нынешнем, в 162 году, Братской Нижний Острог поставили весной 4 башни высокие. Под 3 башнями 3 избы, 4-я порожняя, да ворота проезжие. На воротах поставлена часовня, да анбар новый срублен. Оставили острог служилые люди 23 человека, да пашенные крестьяне, да промышленные ставили 12 человек. Острог мерою поставлен, круг его 120 сажен, а в работе был у острога Иван Казьмин, да Василий хороший с товарищи. Лето 7162, мая 14-й день, от сотворения мира в звездном храме.